Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Иду на работу. Сегодня у нас 3 января. Вот такой красавец Киев. Вот. Конечно, снимаю я. Не вижу, что я снимаю. Вот солнце. Погода солнечная. По-видимому, будет солнечный день сегодня. Девочки, первая ночь прошла у нас спокойно. Первая ночь, в которой не было ветряных тревог. Ну, знаете, вот какое это счастье, оказывается, тишина. Один из аспектов – это тишина, конечно. Мирное небо, вот это вот. Как это сейчас ценно. Ну и второй аспект – это здоровье. Потому что с этими событиями, так как мы 4 дня подряд, где-то с 12:30 до 4 мы не спали. Это просто был ужас. Что мы испытали, конечно. Вот, ну... А сегодня первая ночь спокойная. Как это радует. Ну, вот так вот выглядит Киев. Всем моим подписчикам и гостям мира желаю. В стране, в душе и во всей вселенной. Пришла с работы, девочки, сварила супик. Легенький супик с тушеночкой, которую закрывала еще в Мирнограде. Вот она она. Вот она она. Достояла до января месяца. Ну, практически год. Ничего с ней не сталося. Ну, в холодильнике, конечно. Надо в холоде, чтобы стояла. Ну, все. Уже хочется что-то горяченького. Приступаю к трапезе.